linesman. There'll be a Canadian and a Soviet linesman in each game. But we could have так, Харламов, я вижу, вышел. Михайлов. И Петров. Это, скажем так, ударная тройка. Но не нужно, так сказать, гадать, чтобы сказать, кто же вместе с ними. Васильев. И Гусев Александр. Вот сейчас шайба у Харламова. Вот он ведет, врывается. И забивает гол. Блестяще. Я хочу сказать, что, ну, слезы наворачиваются на глаза, когда видишь эту шайбу. Вы посмотрите, Валерий Харламов в своей зоне забирает ее, проходит среднюю линию. Неуловимым движением он проходит двух нападающих и блестящим броском под перекладину вонзает шайбу в ворота. Я считаю, что вот эта шайба — это одна из самых красивых шайб, которые лично я видел в своей жизни. Впоследствии защитники, которые были оставлены за спиной у Харламова, писали, что невозможно. Я, говорит, не знал, почему я поехал влево, а второй написал, почему я поехал вправо, потому что Харламов проскочил между нами, и мы не поняли сами, что сделали. Очень приятно, что сегодня все мы увидели этот шедевр. Но игра продолжается, все-таки счет стал 2-2. Что там произошло?